Ребята, вы видели это? Вы видите? Вы видите, что с ним происходит? Что, что, что? Асарадх, у тебя все хорошо, у тебя все дома. Что ж, дорогие друзья, перед началом этой битвы я вам напоминаю, что нужно ставить лайки, оценивать это видео, писать комментарии, рассказывать друзьям и просто подписываться на канал. И самое главное, дорогой друг, для того, чтобы чтобы эта лаки-битва не была последней на этом канале, нужно собрать 1200 лайков. Ребят, вы осилите легко и непринужденно, а для этого нужно не лениться. Внизу справа под этим видео находятся необходимые кнопочки, а еще есть комментарии, а еще есть куча всего остального. И не забывайте заглядывать в описании под видео, нажать кнопочку развернуть, чтобы увидеть все ссылочки. 1200 локусов, и следующая серия отправляется упаковываться на канал. И с тобой снова Александр, более известный как Герон, и ты знаешь, смотришь канал Герон Крафт, а это значит, что у нас сегодня 10-я лаки-битва. И на этот раз у нас ТНТ лаки-блок против, я не знаю, кто там будет, короче. Там есть летающий гад, там есть ползучий гад, и какая-то непонятная хрень, которая тебя атакует своими руками. Причем этих рук у него сотни. И причем эти руки спавнятся. Короче, увидишь один раз, спать нормально не сможешь. Ну да ладно, сегодня нам нужно протестировать ТНТ лаки-блоки, я тут протестировал. А так протестировал, что дырка осталась. Второй раз протестировал. Вообще взрывы как-то работают на этой версии Майнкрафта очень странно, как-то все слегка подлагивает, притормаживает, но худо-бедно работает. Я не знаю с чем. Но сколько я не тестировал, ребят, все сборки на 1.8.9, они тормознутые, лаганутые и вообще баганутые. Ауч! О май гад! Сейчас вот эта дурында начнет взрываться от лавы. Потому что эта штука, как нетрудно догадаться, а что выпало? Состоит из чего? Да блин, вот. Угу. Я сегодня попробую, кстати, босса убить этими динамитными блоками. А, блоки здесь не выпадают, так что герой обломайся. Короче, тот мир благополучно крашнулся, и в него больше зайти нельзя, потому что там слишком много всего повзрывалось, поэтому теперь делаем по-другому. Теперь я буду их вручную расставлять во избежание подобных казусов. Если где-то что-то бомбарахнуло, вот видите, их опять начинают плющить. Уи! Уи! Да блин, когда вы взорветесь? Да ну. Давайте взорвитесь. Наивные простофили. О, меч, 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 меч. Game rule я keep inventory поставил. Unlucky TNT sword. А что значит минус 100? Это что значит? Типа, если я бабахну, кто не взорвется? Давайте попробуем. Да, так и есть. Моя задача сейчас просто расходовать этот стак лаки блоков. О, а это граната. Unlucky TNT Potion. Ты серьезно? О боже. Ладно. Я понял, как это работает. Все. Сегодня будем убивать босса взрывами. Я этого не говорил, ребят. Крипер, давайте вы присоединитесь к нашей веселой компании. Еще раз. Еще раз. О, во-во-во. Ну, по крайней мере, здесь не лагает, но это супер плоский мир. Здесь толщина мира где-то 200 блоков. Короче, дофига. А майнкарты, они хороши тем, что они как взорвутся, мало никому и покажется. Но они нам не понадобятся, ребят. Лаки-битва — это штука бесполезная. Я боюсь, что вот их... Ага, куча редстоуна. Куча редстоуна. Нет, это я знаю, ребят. Если эта штука бабахнет, у нас опять будет адски лагать, и вообще начнется просто бардак, трэш, угар и садами. Так что подальше отлетаем от этой штуки. Слушайте, как эпично выглядит. Так, дайте мне спаун-поинт поставим. Спаун-поинт здесь. Чтобы в случае чего я так... Уи! Так, понятно. Уи! Блин. О, а еще один меч. Тоже unlucky. А что значит лак минус 100? А, наверное, его нужно выкинуть, чтобы у меня была удача. Потому что... Понятно. Когда я этим мечом ударяю, я просто взрываюсь. Окей, понял. Значит, плохой меч. Фу-фу-фу-фу, таким быть. Наверное. Может быть, я сейчас глупость морозил, но не... Важно! Окей. Так, броня. Blast Protection, ну это такое. Это такое, но лучше, чем ничего. И там еще был офигенный лук, надеюсь, выпадет. Потому что здесь есть офигеннейший лук. Обсидиан, это хорошо. Вот он, вот он, вот он. И в этот раз я его могу поднять. Ха-ха. Так, ну-ка.
Короче, сматываемся отсюда, ребят. Я просто в шоке. Какого черта? Я просто выстрелил из лука. У меня почему-то вылетел сушитель. Что происходит? Слышь, Майнкрафт. Блин, он сейчас до этого блока добьется, и у нас будет полный трэш, угар и садомия. Знаете что? Давайте вот что я сделаю. Отбегу подальше. Здесь вижу вопрос, при чем тут вот этот астральный лаки-блок? Ну, потому что они спавнятся в мире естественным образом. Как и куча других лаки-блоков. Нет, только не это, только не это. Самое интересное, хавчик тут не предусмотрен, давайте рискнем, убьем овцу вон там. Зачем я это сделал? Вы гляньте, всего в двух блоках, еще было бы два блока и все, и тут бы начались дикие лаги и тормоза. Короче, этим лаки-блоком, лаки-луком, то есть unlucky лаки-блок, unlucky лаки-лук, все, я уже с частушками заговорил. Вот, так что такие дела. Пробуем. Ага, понятно. Еще раз отпробуем. Еще пробуем. Майнкрафт, ты так меня любишь? Я хочу, знаете, еще посмотреть, коль скоро я этого лаки-блока не видел. Он недавно, кстати, появился, буквально... Ну как, недавно, месяц назад, в принципе, его заявили. Или два месяца назад, я не помню конкретные дафры. Цифры, но это относительно недавно. О, давай ты взорвешь вот этот весь мусор. Давай, взорвайся. Во, спасибо, Крипер. Ты лучший настоящий друг. Лучше всяких хейтеров. Понятно. Самое интересное, если там... Короче, давайте уже заканчивать с этим. Мне уже надоело. О, во-во-во-во, еще броня. Так, вот это алмазная броня есть, еще есть вот такая броня, и все несут... А, ну это обычная ванильная броня. И все не зачарованы на Blast Protection, куча стрел, куча несчастливых луков. Вот, Lucky 77. Random T-Bow. Да, очень счастливый лук. Но я сам виноват, честно говоря, сейчас я попаду под раздачу. Во, разлагался Майнкрафт, а Майнкрафт вроде бы работает. Да, конечно, Майнкрафт разлагал, да, Герман? Ага. Да. Что-нибудь сделать можешь? Нет, не можешь. А, ломать блоки можно. Окей, ладно. Короче, телепортировался хрен знает куда. И... Ну, это мне не очень поможет, потому что здесь опять трэш, угар и садомия. Ну, вы понимаете, да? А, мне нужно было спаунпоинт поменять. Боже. Потрясающий лаки-блок. Мне очень нравится, ребят. Очень много лагов, которые такие приятные, прикольные. Ну, по крайней мере, теперь вы будете знать, что этот лаки-блок использовать в нормальном выживании абсолютно нельзя. Короче... Зато, ребят, весело. Тонул. Не, давайте спауном по инт. Вот так вот. Да. Давайте. Да. Давайте. Сплошное наслаждение. Нет. Не, слышь вы, зеленые хмари, вон отсюда. Это мой сундук, это мой сундук, все что угодно. Забейте мои бабки, забейте мои стрелы. Нет. Тот сукин сын заспавнился вокруг этого блока ТНТ, а главное, чтобы вот этот ТНТ не пострадал, и все остальное мне как-то пофиг. Давайте. Давайте я вас мечом, еще чем-нибудь. Нет. Нет. А где они? А, вот. Слышь, вы, зеленая мафия, ты отошли от сундука, отошел, подошел. Да, подошел, все, отошел. Ты тоже сейчас подошел. Слушайте, я мастер просто-таки. Ай! Да ну нафиг вас всех. Так, что у нас тут? Подавитесь. И забейте сами свою. Да ну нафиг, нет, я так не играю. Все, ребят, свариваем отсюда куда-нибудь в другое место. Меня уже задолбали эти большие красивые ТНТшки. Короче, давайте, знаете, что мы сейчас сделаем с вами? Мы с вами возьмем лаки поушены.
лаки, все вот это выкинем сейчас вот так вот. К сожалению, тут нету других способов почти по-быстрому почти инвентарь. И самое главное, сейчас возьмем блоки изумруда, эмеральды, и попробуем их скрестить. Посмотрим, на что способны положительные лаки-блоки с хорошим рейтингом. Добрые лаки-блоки, положительные лаки-блоки. Понятно, то есть они способны просто давать сундуки с редстоунной механикой, которая мне даром не нужна. Окей. Или стрелы. То есть весь репертуар, в общем-то, и на этом и заканчивается. Ну и еще много-много динамита, но это не очень интересно, я думаю. Ни вам, ни мне. Так, окей. Давайте вот это выкинем, в конце концов. Так, тогда нам нужно где-то блок редстоуна. И можно идти в гости к боссам. Я думаю, что можно, конечно, вот этот лук попробовать несчастливый. Вот это будет эпик. Самый высокий эпик. И для этого нам нужен, знаете, дракон. Повелитель духов, так называемый. Называется он Spawn Spectral Dragon. И вот такой, customizable. Ай, пожелайте мне удачи. Просто удачи. Потому что сейчас начнется самая жесть. Сейчас он пока его лагает, мы в него будем сейчас стрелять. Уи! Где-то у него еще есть полоска здоровья, якобы. Но я ее почему-то не вижу. Или у этого... По-моему, классный эпик. Не очень интересная. Лаки битва прошла была, конечно, намного интересней. Но, как говорится, это не от меня, зависит от того, как повезет. Ладно. Так, дальше нам нужно, знаете, кого заспавнить, если уж пошла такая пьянка. Третьего босса под названием Drought Beast. Drought Beast. Или как его называют-то? Ух ты, что это такое? Фейри. Смотришь на взрывы, тут просто все взрывается без всякого моего участия. На самом деле, ребят, это не тот дракон. Это, как его сказать, это что-то вроде напарника вот этого основного дракона, который называется Асурадх, падший. И у нас нет жратвы. Давайте мы в следующей лаки битве договоримся, что я буду брать немножко хавчика беконов, например. Например, вот такого. Beef on the plate. Чё? Секунду. Так, жуем свинину. Сейчас немножко потянем интригу. То есть я сделаю вид, что такое. Вот, я тут занят, мне очень нужно вот это все почистить. Кстати, броня скоро сломается, так что битва будет не очень долгой. Погнали. Вот это реальный дракон. Спектральный дракон, так называемый. Хуже. Так. Ну, я в тебя выстрелил. Уи! Что это? Что это такое? Что? Ребята, вы видели это? Вы видите, что с ним происходит? Что? Асарадх, у тебя все хорошо, у тебя все дома. Стой, Асарадх. Мы с тобой не закончили. Ты куда со стрелки сматываешься? Будь пацаном. Что происходит? Ай, боже. Дайте я посмотрю. Асурах. А, точнее, не Асурах, а Асурах его называют. А, и он плюется в меня. Сейчас он до него дошло, что происходит. Боже, наркомания. О, боже, я не могу. Какой-то... Боже мой. Обкурившийся, обдолбавшийся дракон. Самое смешное, что выстрел я уже давно произвел. Оттуда, как видите, стрелы летят по инерции. Что-то очень интересное происходит. Так, Майнкрафт. А, слушай, Майнкрафт типа залагал опять. О, боже, вы представляете, какая-то нервотрепка делает лаки битвы. Особенно на 1.8.9. А, жесть. Все настолько, не настолько весело, как и в кадре. Ну да ладно. Ждем, когда отлагает. О, пошло дело. Он получил небольшой урон. И вроде как его разлагало. А есть у нас какой-нибудь супер-дупер меч? Коль скоро у нас ни хрена ничего не работает сегодня. Астральные лаки плюс 100, 12 атак.
Давайте астральным мечом его попробуем бабахнуть в башке, а? Боже. А, я не могу, я же не умею летать. У меня нет ничего такого летательного. Блин, а куда ты полетел? Уи! Уи! Боже мой. Теперь, ребятушки, попробуем поиграться с другим чудиком. Называется Джафар. Gatekeeper of Abyss. Выглядит он вот так вот. И теперь мы вокруг него поставим много ТНТшки. Стой на месте. Расслабься, это не больно. Боже, я сейчас это все-таки попробую сделать. Так, что-то пошло не так. Боже. То есть динамитом тебя убивать — это плохая идея. А нельзя как тебе кто-то скинуть? Давайте вот него вот этим луком. Лагучим. И сейчас все перестанет работать, я так понимаю, да? Слушай, а ты чё себя как эфрит ведёшь? Или ты эфрит и есть? Ах ты засранец! Ах ты засранец! Подождите. Жи! Жи! А представьте себе, будет прикол, если я вот не хочу и растает в воздухе. О, боже. Нет. Нет. Сколько у нас ролик уже длится? Минут 20. Давайте убьем хоть кого-нибудь сегодня. А, то есть в алмазном мече, то есть с алмазной броней убивать этого чудика, это мертвым пейпарке. Я понял. Я понял. Предвижу вопрос. Герон, это, конечно, весело, прикольно, но почему ты не можешь поставить спаун-поинт? Ну, как вам сказать? Нотариус сбежал, понимаете? Чтобы сделать спаун-поинт, нужен нотариус. Вот. А нотариус, он сбежал по виде этого чудика. Настоящие мужики не смотрят на Джафаров. Или Захар, Кейп. Короче, чего-то он там хранитель. Это очень смешно. Так, давайте сделаем спаун-поинт. Спаун-поинт. Вот так вот. Блин, прикольный чудик. Мне очень понравился этот босс. Просто шикарный. Он напоминает, знаете, этого... Ктулху на пенсии. И больше всего мне прикалывает, как он прячется под деревом. Слушайте, а что делать-то? О, Soul Splash, Soul Flipping. Уии! А, во, надо не подпускать его слишком близко. И можно по башке ему давать, по сусалам. Так, а у меня есть подозрение, что он еще умеет лечиться. Предвижу вопрос. Герон, это, конечно, прикольно, но какого черта ты пользуешься мечом, который счетерил? А каким образом я могу кого-то убить, если никакого хорошего оружия там нету? Стоп, вот, а как я сделал? А. Зажать левую кнопку мышки, и можно вот так вот кидаться. Окей. Подождать несколько минут. Вот так вот и вот так вот. Нет? Вот так вот. Вот так вот. Может быть, на одном месте. Что-то закончились салютики. Или это сам лорд производит такие красивые эффекты. Обалденные. Все-таки ну, такая просто наслаждение общаться с этим боссом. Солидный. Убивает хорошо. Выглядит красиво. Красивые звуки производит. Со звуками, конечно, вот это разработчики подкачали. Я от Abyssal Craft ожидал, честно говоря, другого. Но не звуков это и там, если честно. Ну, ладно. Это лучше, чем звуки из Divine, которые громкие и бестолковые. А почему у меня звуки такие громкие? Стоп. Я тебе сейчас скажу. 6% у меня, видимо, что-то наушники заглючили. И сегодня не очень громкие. Ну, бывает. Лучше не спрашивайте меня, какие у меня наушники. Все, остался финальный удар. Чуть-чуть осталось. Да, блин, слушай, слышь ты. Ох ты, боже ж мой, божешки мой. Наслаждаемся. А че... О май гад. Ребят, по-моему, у него несколько форм. То есть, как у приличного босса, у него есть первая стадия, вторая и третья. Ты веришь то, что... Он, короче, мне сейчас рассказывает, компенсирует мозги на тему
смысла жизни и бытия? Нет, нет. Сейчас рванет. Ребята, он сейчас рванет. Я не могу, меня засасывает. О май гад. Слушай, какая красота. Обалденно. Если я смотрю в его сторону, меня затягивает. О май гад. И что, это все? Великие артефакты, внеземное оружие. Нас кинули. Ребята, нас кинули. Меня опять кинули. Меня постоянно кто-то кидает. А, слушайте. А что это такое за шляпа такая интересная? Классный босс. Обалденный. Просто обалденный. Я его впервые видел в своей жизни. Он мне, в общем-то, понравился. Порадовал меня. Единственное, что вот что это такая за шняшка, напишите в комментах, пожалуйста. Я не знаю. К сожалению, Википедия официально Abyssal Craft'а пока еще не наполнена. А, кстати, у меня еще броня сломалась. Офигеть можно. Сколько мы сегодня попробовали трех боссов? Двух, точнее, боссов. Первого дракона, который вовсе не босс, а всего лишь навсего его сын какого-то босса. Потом еще дракона, еще что-то. Благодарю за просмотр, за подписку, лайк. С вами снова был Герман. Если вы здесь впервые, пожалуйста, подписывайтесь смело на канал. Здесь много всего интересного. Не забывайте нажать на кнопочку «Развернуть», чтобы вы видите все описание целиком. Это важно, нужно и очень интересно. Благодарю за просмотр. Пока.